Это программа «День с толком». В студии Андрей Дриер. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в YouTube. Смотрите в этом выпуске. С завтрашнего дня в Барнауле начнут раздавать бесплатные лекарства. Как их получать и сколько продлится акция? За день сбил несколько машин и скрылся. В Барнауле ищут безрассудного гонщика. Они в зоне риска, но самоизоляции не верят. Соблюдают ли пожилые барнаульцы домашний режим? Начнем выпуск с важной новости. В Алтайский край прибыла вторая партия вакцины от коронавируса. 2000 доз гамалеевского препарата «Спутник Ви». Пока вакцина будет доступна только медицинским работникам. Причем не только тем, кто работает в Барнауле. Как сообщили в Минздраве, врачи постоянно находятся в зоне риска, поэтому сначала надо обезопасить их, не допустив вспышку инфекции в медучреждениях. Сейчас «Спутник Ви» находится на складе в Барнауле. В ближайшее время начнется вакцинация. Напомним, в регионе первую вакцину от коронавируса поставила себе главный эпидемиолог края. Это было в сентябре. Позже вакцину испытал на себе еще 41 врач. Кстати, на днях стало известно, что в Кремле ждут запуска массовой вакцинации населения до конца декабря. Однако жителям Алтайского края, по всей видимости, она будет доступна лишь к весне 2021 года. Об этом сообщили в региональном Минздраве. С завтрашнего дня в Барнауле начнут выдавать бесплатные лекарства для больных коронавирусом. В них входят жаропонижающие, противовирусные и другие препараты. Как сообщает Минздрав, они будут доступны всем пациентам, которые лечатся от COVID-19 дома. Правда, например, препараты от хронических заболеваний, которые обострились на фоне инфекции, пациент будет покупать самостоятельно. О других нюансах расскажет Ирина Корчагина. Дождались. Первая партия бесплатных препаратов для ковидных пациентов. Жаропонижающие, противовирусные, гормоны, отечественные и импортные на основе рекомендаций Минздрава. Теперь они будут доступны тем, кто лечится от новой инфекции дома в легкой и средней форме. Их будут получать ковид-положительные пациенты, а также те, кто имеет клинику, сходную с коронавирусом. Это кашель, одышка, температура, потеря обоняния. Пациент находится на дому, вызывают врача, либо бригаду неотложной медицинской помощи. Бригада приезжает к нему, уже имея несколько наборов препаратов для разной степени тяжести. Вторая модель пациентов – это когда все-таки пациент обращается в медицинскую организацию, он идет через фильтр-бокс, через какой-то отдельный вход, через инфекционный прием. Здесь тоже, если устанавливается ему диагноз коронавирусной инфекции, выдается набор для лечения на дому. Препараты будут доступны как взрослым, так и детям. Уже завтра их начнут выдавать в Барнауле. В районы края лекарства поступят в ближайшее время. Еще в октябре антибиотики и противовирусные было трудно приобрести даже за деньги. А в конце ноября в 109 аптеках края провели мониторинг по наличию востребованных лекарств. Почти во всех организациях нет и половины нужных препаратов при пневмонии и коронавирусе. Оказалось, не просто закупить и бесплатные для населения препараты. Очень сложно было сам процесс закупки организовывать по причине того, что как раз тут стала вся маркировка. И в связи с тем, что всей стране, конечно, понадобилось огромное количество лекарств, в том числе новых противовирусных, заключение контрактов, оно у нас как бы такое немножко растянулось во времени, связанное с поиском именно самих лекарственных препаратов и, собственно говоря, по тем ценам, которые бы устроили бы нас. На бесплатные препараты от коронавируса краю выделили 87 миллионов рублей. Этих средств хватит на 2 месяца, на лечение 11 тысяч человек. А дальше ждать новое распоряжение Минздрава и новых средств, если они будут. Усредненная сумма, чтобы было понимание, да, усредненная сумма, значит, на одного пациента, когда выделялись эти деньги, была обозначена порядка 7-800. Возможно, в свое время бесплатные лекарства помогли бы тем, кто не попал в госпиталь, не дождался скорую помощь и не смог найти нужные препараты, потеряв время и жизнь. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Минздраве края решили уменьшить коечный фонд в одном из ковидных госпиталей. Речь идет о 12-й городской больнице. На этой неделе там будет сокращено 240 койко-мест. Эту новость озвучили сегодня в правительстве региона. Сокращение позволит возобновить специализированную медицинскую помощь, которая ранее оказывалась в учреждении. Корректировать объем коечного фонда будут, исходя из эпидемиологической ситуации. Сейчас ковидные госпитали заполнены на 70%. Всего же развернуто более 5,5 тысяч койко-мест. В Минздраве края считают, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 224 новых случая заражения. Умерло 12 человек.
В тяжелом состоянии на данный момент находятся 622 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 155 жителей края. А не так давно губернатор вновь призвал пожилых людей оставаться на самоизоляции. Ее продлили до конца декабря. Вероятно, продлят и дальше, ведь начнется сезон гриппа. Но соблюдают ли пенсионеры домашний режим? Мария Микшутта провела собственный рейд и познакомилась с теми, кому без волонтеров сейчас не обойтись, и с теми, кто бесстрашно гуляет по улицам. 8 месяцев на самоизоляции, а вы бы выдержали? Вот и среди пожилых людей отсиживаются далеко не все. Возможно, лишь те, кому и без того ходить непросто. В поисках законопослушных бабушек и дедушек мы нашли Надежду Помогаеву. И помочь ей она попросила нас в первую очередь. Пожилые люди сидят дома с марта месяца. У некоторых нет возможности элементарно пойти и купить продукты с лекарствами. Сегодня нас попросили купить гречневую крупу и средства от тараканов. Да, даже такая помощь нужна сейчас людям. Всю жизнь отработала в педучилище, затем пошла на пенсию. Чтобы не сидеть без дела, создала клуб помощи инвалидам. И в 70 лет Надежда Помогаева стала помогать другим. И мы ходили по домам инвалидам. У инвалидов мы делали тоже там уроки. Уроки плетения, уроки вязания. И даже самодеятельство среди них устраивали. Сейчас Надежде Ивановне очень одиноко, живет одна. К ней приходят волонтеры, но этого общения старушке мало. Для нас она разложила фотографии, газетные вырезки, даже прочитала стих собственного сочинения. Да вы отдайте детям деньги, да и летите на Луну. Дорогие наши дети, мы и там не пропадем. Мы картошечку посадим и посылку вам пришлем. Еще одна законопослушная бабушка – Таисия Архипова. Говорит, здоровье уже не то, да и времена неспокойные. Дальше балкона или подъезда не ногой. Например, на почтовому ящику взять свои журнальчики, которые выписываю, или же уж вытащить мусор, хотя мне помогают соседи, вот двери в дверь. Помогают соседи, иногда заглядывают волонтеры. У меня сынуля тоже за отделением перинатального центра, кандидат медицинских. Ну, он работает в Южно-Сахалинске. Далеко, конечно. Среди тех, кто строго соблюдает самоизоляцию, достаточно и работающих пенсионеров. Для них домашний режим – гарантия соцподдержки. Хочешь получить помощь от государства – не выходи из дома. Однако каждый день на улицах, в общественном транспорте полно бабушек и дедушек. Камеры они не боятся, останавливаются и вкрадчиво объясняют, соблюдают ли домашний режим. Соблюдаете? Да. А на улицу часто выходите или только по необходимости? Есть, захочу, пошел. Обязательно. Маску носить и дома сидеть. А вы почему не сидите? А в магазин пошла купить рыбки. Мы вот ходим в аптеки, в магазины. Я вот в поликлинику сейчас вот ходила. И либо дел у пенсионеров действительно много, либо за 8 месяцев они уже научились отвечать на вопросы грамотно. И тем не менее, власти просят их оставаться дома, а полицию напоминать пожилым людям о бережном отношении к своему здоровью. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Новым мэром Славгорода стала Людмила Подгора. Сегодня ее кандидатуру утвердили депутаты на городской сессии. Правда, фактически руководит городом в должности исполняющей обязанности она с лета. В июне действующему главе Сергею Горбунову предъявили обвинение во взяточничестве. Его задержали прямо на рабочем месте с поличным во время получения 2 миллионов рублей от руководителя частной компании за возможность поставлять уголь на муниципальное предприятие «Теплосбыт». Уголовное дело направлено в суд. ГТА на барнаульских дорогах. Барнаульский гонщик в один и тот же день с разницей в пару часов протаранил сразу несколько машин и скрылся с места ДТП. Пострадавшие водители отделались испугом, а вот машинам нужен дорогостоящий ремонт. По словам потерпевших, гонщик ехал на красный и до сих пор не задержан. Подробности у Валентины Аскеровой. Не машина, а металлолом. После ДТП авто Максима больше не на ходу. Неделю назад гонщик на джипе проигнорировал знак «Стоп», снес машину Максима и скрылся с места аварии. У нас есть фотографии с видеорегистратора. Это джип «Вранглер» темно-красного цвета. Их очень мало в городе Барнауле. То есть машина редкая, поэтому мы надеемся, что поиски закончатся успешно. Какую сумму ущерб получился у вас? Предварительно где-то 150-200 тысяч рублей.
Номер джипа на видеорегистраторе не различить, это сильно осложняет поиски. Максим искал через соцсети свидетелей аварии. Не нашел, зато нашел девушку, чей автомобиль в этот же день протаранил тот же джип. Только уже не на Просторной, а на перекрестке Попова-Семенова. Водитель, второй участник ДТП, скрылся с места происшествия. Я машину не видела, я просто почувствовала удар. И все. И когда уже вышла из машины, никого не было. ГИБДД у нас немножко бездействует. То есть и Максиму хотя бы позвонили, у него хотя бы видео с камер. Наблюдение смотрели у меня, ну, с Леруа. У меня вообще никто не отзванивался. По словам Александры, водитель ехал быстро, причем на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД, в свою очередь, факт двойного ДТП подтверждают. Злоумышленника разыскивают. Правда, наказание за такое вредительство суровым не назовешь. Гонщику грозит лишение водительских прав от года до 1,5 лет, либо арест на 15 суток, плюс возмещение ущерба за порчу машин. А пока идут поиски, Максим, к примеру, продолжает ходить на работу пешком и мечтает об оперативной работе инспекторов. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае впервые вручили премию имени Геннадия Саковича. Первым лауреатом стал доктор экономических наук и профессор Владимир Бородин. Он один из тех, кто стоял у истоков создания Союза промышленников Алтайского края. А сам прошел все ступени инженерной и управленческой карьеры. Более 30 лет работал в промышленности края. На наш вопрос, какие достижения он считает главными в жизни, Владимир Андреевич ответил: работа руководителем предприятия «Анитим» и Союзом промышленников. Потому что и то оказали на меня очень большое влияние. И тот, и другой периоды, ну, не хочу казаться нескромным, но и в тот, и в другой периоды я отдавался своей работе целиком и полностью, что называется. Премия имени Геннадия Саковича создана в прошлом году для ветеранов и работников, внесших наибольший вклад в развитие промышленности края. Размер премии 125 тысяч рублей, а лауреатов будет не более 5 в год. Обязательное требование к кандидату – стаж работы не менее 25 лет. У дипломов о высшем образовании должен быть срок годности. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Мир быстро развивается, знания устаревают. Логика именно такая. Но согласны ли с этим сами работники, эксперты и представители профсоюзов, расскажем далее. Идея не нова. У диплома о высшем образовании, как у булки хлеба, должен быть свой срок годности. Вот только подняли на поверхность новостной повестки идею не вовремя, когда у многих россиян и так проблема с работой. Тем не менее, мир меняется, а выдача диплома на всю жизнь – абсурд. Так считает автор идеи, федеральный чиновник Дмитрий Песков. В ответ его пропесочили уже в соцсетях. Мы спросили мнение барнаульцев. Ну, я считаю, что такого вряд ли до такого додумаются. Это мой диплом, если я пенсионерка. Через 5 лет я после пенсии не буду иметь высшее образование. Так получается. Если человек задействован в этой сфере, допустим, если у него есть диплом юриста, и он работает по этой специальности, то подтверждение диплома тогда не нужно. А если человек ушел от юриспруденции на несколько лет, там даже лет на 5, на 7, тогда надо подтверждать диплом. По окончанию учебного заведения человек не может, как правило, найти себе работу, потому что у него нет практики. Проходит некоторое время, у него нет диплома, нет ни практики, ни того, ни другого. Более того, человек, окончивший учебное заведение, должен быть тогда государством обеспечен 100% рабочим местом. Специалисты в сфере образования подходят к проблеме научно, рассматривая все возможные аргументы. Во-первых, работодатели во все время существования высшего образования уверяют, что теория и практика плохо дружат. Но с другой стороны, многие руководители давно решают этот вопрос. Устанавливают свои вступительные экзамены, отправляют на курсы повышения квалификации, а у корпораций считается хорошим тоном создать свой университет. Но и последнее не отменяет простого факта – классическое образование есть фундамент. В принципе, отказаться от идеи высшего образования и некого постоянства диплома, я думаю, что не стоит. Ведь высшее образование, классическое, университетское, дает очень важный урок для человека. Он учится учиться, он получает очень важную компетенцию учиться всю жизнь, чтобы потом не возвращаться в университет.
С другой стороны, университеты давно сами стали центрами повышения квалификации, привлекают работодателей к разработке программ, а многие вузы в лекторы зовут практиков. И если даже говорить об этой идее, то надо сказать, что ее элементы, они в нашем законодательстве присутствуют уже давно. Если мы возьмем ряд нормативных правовых актов, мы увидим, что требования установлены обязательно повышение квалификации. Как правило, это 3-5 лет. Ну, например, к научно-педагогическим работникам тоже есть требования, да, государственным служащим. В отношении к высшему образованию эксперты остались единодушны. Основа есть основа. При этом руководитель профсоюза добавил, что учителя и преподаватели уже в качестве работников выступают против диплома с ограниченным сроком годности. Мы полагаем, что установление временного срока действия для диплома приведет к тому, что это будет очередной рынок, где нас с вами заставят из своего кармана платить за определенные знания, которые могут понадобиться, а могут и не понадобиться. Тем более, как отметили в профсоюзе, обладатель диплома уже заплатил за получение знаний своим временем, государственными или собственными деньгами. Стоит ли заставлять жителей края постоянно переучиваться, если в регионе из трех этих ресурсов относительно неплохо, только со временем? Андрей Дриер, Николай Шилко, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаул сегодня погрузился во мглу. Со вчерашнего дня над краевой столицей повисла дымка, которая к середине сегодняшнего дня превратилась в плотный смог. Как объяснили в краевом гидрометцентре, причина дымки – низкие температуры, почти полное безветрие и высокая влажность. Из этого дым от печей частного сектора. Выхлопные газы не рассеиваются, а скапливаются над городом. Концентрация вредных веществ в воздухе, оксида углерода и сажи превысила норму более чем в 1,5 раза. Максимальные показатели наблюдаются в центральном районе. В связи с этим в Барнауле сегодня и завтра объявлена первая степень опасности. По оценкам специалистов, смог не рассеивается по крайней мере сутки, а возможно даже дольше. До конца недели в городе сохраняется безветренная холодная погода. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Кристофер». До встречи!